Всем привет! Недавно тестировал ультразвуковую ванну для ультразвуковой очистки всякого разного. Перерыл в доме весь хлам и ничего не нашел грязного, чтобы помыть. Все железяки у меня чистые. И вот сегодня разобрал одну хрень, и вот там вот такой вот подшипничек, забитый, выработанный, еще и ржавый. Сейчас мы попробуем его почистить. Вот, походу, сделал вот такой лоточек. Сделал из решеточки от колонок. Решетка, которая закрывала динамики. Сейчас мы нальем водички. Вот так. Посмотрим, как оно. Все окей. Это 35 ватт. Вода реагирует как-то так. Стоп. И это 50 ватт. Отключан-то. Теперь положим подшипничек. Вот так. Дадим ложечку стирального порошочка. Вот так. Вода теплая. Температура. Сейчас мы проверим. 53 градуса. 53 плюс 2. Получается 55, потому как прибор врет на 2 градуса. И включаем. Для начала дадим 35 ватт. Что мы видим? Водичка стала немножко грязнее. Смазка, кажется, немного осталась. Значит, смазка очень густая, и подшипник забит сильно. Сейчас попробуем. Дадим 50 ватт. Вынимаем, смотрим. Вода грязнючая. Что у нас с подшипничком? Так, сейчас мы попробуем сделать вот что. Поставим подшипничек вот так. 50. И вперед. Замечательно. Смотрим. Вот смазка. Вот в таких, как хлопьях. Конечно, можно было налить керосинчика. Но тогда не нужна ультразвуковая ванна. Теперь возьмем магнитик и посмотрим.
кусочки выработанного металла. Вот они. Протрем салфеточкой. Еще на 3 минутки опустим. Ага, стоп. Сейчас. Дадим 35 вот. Хлопья остались. Давайте мы немножко усугубим. Дадим еще немножко порошочка. И пару капель скипидарчика. Подшипничек. И дадим 50 ватт. Сейчас сполосну проточной водичкой. Замечательно. Вот что у нас получилось. Смазка растворилась полностью. А смазка была старая, густая. Подшипничек очистился. Процесс очистки намного ускорился после того, как я дал ложку скипидара. Скипидар в растворе порошка или же мыла образует эмульсию, которая хорошо отмывает. Как-то так. Да, кстати, в прошлый раз при тестировании я брался пальцами вот за этот излучатель. И теперь после этого чувствую какой-то дискомфорт. Вот эти вот пальцы как-то не так. Как-то было лучше. Ну, как-то так. Всем спасибо. Ставьте пальцы. И всем пока.